Александр Александрович, вы являетесь заместителем председателя Крымского антикоррупционного фронта «Тайган». Относится ли данное движение к какой-то политической силе? Нет. И скажу, что прежде всего и сам председатель Олег Зубков является на сегодняшний момент беспартийным. И большинство наших участников являются тоже самые беспартийными. Но мы не заангажированы и политически независимы. Но это не говорит о том, что мы не принимаем в свои ряды членов каких-либо партий. Я хочу сказать, что чем больше нас будет, тем быстрее мы очистим наш полуостров от тех негативных явлений и проявлений, которые на сегодняшний момент у нас есть. Мы доступны для всех и для каждого. Поэтому еще раз хочу сказать, что обращайтесь. Звоните, пишите, приходите и будьте нашими участниками, независимо от того, являетесь ли вы членом какой-либо партии или нет.